«Культпоход». Здравствуйте, в студии Светлана Удельная. Новости культурной жизни города. В ближайшие минуты поведу вам, куда сходить и на что посмотреть. В мраморном здании художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка столичного фотографа Владимира Широкова «Черно-белые звезды». Его работа – это шоу-бизнес крупным планом. Известный столичный фотограф привез к нам новую коллекцию звездных фото. Широков заявил о себе в середине 90-х. Сейчас без его работ невозможно представить себе самые известные глянцевые издания. Он запечатлел практически всех знаменитостей нашей страны. Что интересно, Владимир Широков – наш земляк. Родился и вырос в Кирово-Чепецке. Представляю вашему вниманию аудиосюжет без комментариев. Такой полноценный, которые были уже там около 9 выставок в Москве, никогда в городе Кирове не было. И, конечно, для меня это неприятно, что дебют не где-то в торговом центре, как часто было у меня в Москве, но в каком-то неприспособленном месте, а прям в самом главном художественном музее. И когда я поехал из Москвы сюда, я всем говорил, что вот вы знаете, что вот у нас в Москве есть манеж, как бы центральная площадка художественная, а вот в городе Кирове есть художественный музей. Это такая же равноценная площадка. И у меня там будет выставка. И все меня, конечно, поздравляли, жали лапы и сказали, что вот, ну, молодец. А я это еще и постоянно говорил, что, типа, признали, наконец, что я что-то вот могу и умею, и пустили вот в эту вот на эту площадку. Мне страшно приятно. У меня есть такой девиз, все должно совпасть. Вот тут совпало очень красиво, все и легко. Приехал в Москву, понимая, что меня никто там не ждет, то больше всего меня не ждут как фотографа. А город Москва невероятно манил меня. Столько какой-то свободы, столько воздуха, красиво люди говорят, какие-то самые алкоголики могут читать стихи в метро. И мне был все шок. Какие-то люди, как они одеваются, как это... И это ведь так меня манило. И я понял, что это вот тот мир, который мне страшно нравится. Сбежал с одной целью — просто жить в этом городе. Вообще, ну, Москва? И где я? Чепецком своим детским садом. И где Москва? И не рассчитывал. Подумал так: в любом каком-нибудь качестве где-нибудь я там пригожусь. Почему-то так как-то была уверенность. Но никто не мог предположить, что спустя 2 недели меня возьмут в качестве фотографа. В журнале это была первая звезда Алсу. А в мире шоу-бизнеса для пластинки первый, кого я снял, это был певец Александр Маршал. Ну а потом мои друзья сказали: слушай, Широков, у тебя столько скопилось красивых фотографий, давай мы тебе сделаем выставку. Я думал, мы сделали с размахом. На второй год у нас была проекция, как у Pink Floyd. Значит, меня показывали крупно там. Я вот сейчас понимаю, куда, зачем мы это делали. У нас пела там Ева Польна, у нас пела Пелагея, у нас пела группа «Братья Гримм», у нас пела Юлия Михальчик, у нас кто-то еще пел. Открытие, концерт. Как-то, ну, вообще было, ух. Это мы, я сейчас говорю так, это об этом, потому что понимаешь, что сейчас это немножко нелепо, и уже странно, и уже Москва объелась, и уже глупо устраивать вот так. Не знаю, смешно. Я всегда говорю, что звезды – те же самые люди. Потому что звезда, вместо того, чтобы поспать или сделать другие дела, едет на съемку и тащится в студию. Потому что звезде необходима обложка, необходима новая афиша. Ей нужно, не мне. В начале пути, когда я еще не очень умел общаться, я для себя так шутил: да я же тебя сфотографирую. Ты же себя не узнаешь. Я же такой тебе свет поставлю. Ах, зачем ты себя так видишь? Ну, то есть я, конечно, это себе не позволял, но что такое, внутренняя какая-то месть была. Я за мир вообще проведение фотосессий и всей жизни. Вот, возвращаясь к началу нашей беседы, я люблю, что все совпало. Вот у меня все совпало. Прослушали его профессионалы и сказали, что у меня есть нота до на 2-й октаве, очень высокая нота, что она очень редкая. Она есть на нашей эстраде только у Николая Баскова, у Дмитрия Колдуна и у Авраама Руссо. Просто начал ходить, мурлыкать, и у меня образовался какой-то любимый репертуар. Мои друзья устраивали мероприятие одному журналу, и они пригласили много разных артистов, и они вставили меня перед Димой Биланом для того, чтобы было совсем смешно, что я вот вдруг почему-то пою, и куда? Ну, перед Димой Биланом, чтобы дебют так дебют. Давай с тобой улетим на Бали рядом. Нет дальних стран, без любви не надо. С этой песней Владимир Широков хочет покорить всю страну. Через 2 недели к нему на фотосессию придет главный редактор Русского радио. Тогда Владимир и хочет воспользоваться служебным положением и попросить взять эту композицию в ротацию. После песни фотографа Широкова зазвучат из всех радиоприемников. А пока нашему вниманию представлено только лишь экранизированное искусство Владимира Широкова. Выставка «Черно-белые звезды» в музее братьев Васнецовых продлится до 23 декабря. На этом у меня все. Встретимся завтра и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. Культпоход.